Доброго всем дня, смотрящим это видео. Вот готовы еще три бритвы из многослойного дамаска. Ручки рок черный. Заточил я их наконец-то теперь на станке уже, который я сделал для заточки. Заточка нравится, ровная. Бритвы сразу же правятся одновременно, то есть там выравниваются все прям. То, что хотел, то и получилось. Вот, снимаю опять на рабочем месте, потому что мне просто некогда будет сегодня снять видео у компьютера. Вот, поэтому хотя бы так. Вот, это бритва заниженной протравкой. Все заточено, бреет, все ровненько работает, все плавно. Вот это раз. Вторая тоже рок. Ну, вы как видите, рок он всегда немного разный, прожилки встречаются прозрачные. Давайте опять резкость поймаем. Вот. Но вживую смотрится маленько посветлее и повеселее, конечно, чем на видео. Тоже так же с заниженной протравкой частичной. Вот только что заточил. Обушок закругленный. Вот, все кругом одна латунь. Шайбы скольжения. Клепки, проставочные шайбы, все латунь. Сзади карбон, как я ранее говорил в видео. И третья бритва. Все, в принципе, то же самое. Но вот с такими вот спусками на бушке. Вот как все это выглядит. Все. Сегодня постараюсь развесить уже на сайте, чтобы бритвы были доступны для заказа. Сайт, мне бывает иногда все еще спрашивают. Напоминаю, прям так набирайте русскими буквами: бритва-опасная.рф. Вот, сразу попадайте на этот сайт, там раздел «Дамасские бритвы». И вот они будут представлены на этом сайте. Что ж, в принципе сказал все. Сейчас я снимать, пожалуй, не буду каждую отдельную бритву, но вот для наглядности я каждой бритве, вот из каждой из трех, это видео приложу на сайте, чтобы можно было рассмотреть. Давайте еще разок. Потому что фото и видео в комплекте — это сила. На одном видео или на одном фото невозможно рассмотреть все, как хотелось бы.